Азарт, боротьба и мкнение до перемоги. Команды из Могилёва и в области. Постоянные удельники и новички у 7 раз, 7 студеня высветляли, кто станет переможцем. Турнир собрал 11 команд у старейшей группы и 4 у молодшей. Мальчишки едут с удовольствием. Каждый год они ждут. На протяжении я уже 5 лет их привожу. Да, бывает, получается, мы и выигрываем, и проигрываем. Соединяет их дружба, они общаются вместе, показывают свое мастерство. Чему мы их научили на уроках физкультуры? Турнир для его удельников – добрая возможность снова побачить старых сябров и найти новых. А традиционная солдатская каша робить атмосферу на турнирах зусим хатней. Организатором этого турнира является Белорусская православная церковь. Во-вторых, общения очень много вот между сверстниками своими. Ну и хочется узнать, как бы, какая команда сильнее, кто победит в этом турнире. Каждый год я приезжаю на этот турнир, мне нравится. Общаюсь с ребятами, играю в футбол. На футбольном турнире нема профессийных команд. Главный принцип – это объединить мальчишек, наоборот, которые в футбол играют во дворе, которые хотят играть, которые мечтают играть. Вот по такому принципу собираются команды. Вокруг приходов, вокруг православных объединений детских, вокруг учебных заведений. Переможцами 7-го футбольного турнира на Рождество у старейшей группы стали Кадинские львы, молодшей – Вейнянская команда «Покров». Андрей Шуляк, Ирина Бродиловская, Виталий Алексеенко. Новини регион.